Всем привет! У нас уже давно не утро, уже давно после обеда. Мы уже у мамы. Я сейчас иду в подвал. Белье ей собрать она попросила. Вот. Так что... Блин, тут это было я. Стою тут с ключом, мучаюсь. Вот это она постирать. Ой, мамочка. Это же все надо теперь наверх поднять. Веселуха. Ну что, пошли. Вышла погулять с этими мадамами. Просились они на улицу. Мы отошли от дома буквально 20 метров. И теперь мы стоим и не двигаемся с места. Девочки, пойдем. Пойдем. Тогда домой пошлите. Вообще ни в какую не двигаются. Это что такое? Что с вами делать? Мась, ты что разлеглась? Пошли. Альма. Пойдем. Давай вставай уже, хватит валяться. Пошли. Вот, двигаемся. Пошли. Вообще ни в какую не хотят двигаться. Но мы продвинулись еще метров на 5. Ну что это такое? Опа, оживились. Монстрики. Потому что там собака идет. Что, пойдем следом? Вы хоть двигаться будете? Пойдемте. Пойдемте собачку догонять. Пошлите. Вы хоть подвигаетесь немножко. Пошлите. Вон собачка пошла. Пошли посмотрим. Пойдем. Вон там собачка идет. Все, приплыли. Чувак, с той собачкой, вернись, ты нам нужен. Девочки, пошлите. Мы вот там вот были, да? Девочки, ну вставайте, вы чё, блин? Паулина, поднимай её. Я, кстати, снимаю на телефон, потому что все руки заняты. Если бы я ещё с собой сейчас камеру брала, вообще было бы всё, вторая легла. Офигеть. Девоньки, всё, пошли. Я сейчас съездила по делам. Даня пока с Ильясом у мамы. Сейчас пойду еще туда или сегодня на тренировки. В общем, все заняты своими какими-то делами. Сейчас пойду к маме, заберу их и, наверное, уже пойдем домой. Потому что время у нас уже сейчас... Сколько у нас время? Время 19:38. Дане, в принципе, уже скоро спать. Поэтому будем отправляться до дому, до хаты. Я, кстати,
прочитала уже не один комментарий про то, что хотели бы знать про занятия, которые мне порекомендовал Костоправ, то есть, ну, что делать дома, какие упражнения. Он мне показал 3 или 4 упражнения, там ничего такого сложного и необычного нет. Я закрыла машину? Закрыла. Вот, поэтому покажу вам сегодня. Вы меня просили снять упражнения, которые мне показал Костоправ, которые нужно делать. Я уже сказала, что ничего сложного, необычного там нету. Я думаю, что многие из вас уже знают эти упражнения. Для начала он сказал, вы, допустим, садитесь, одна рука идет у вас под попу, в этом случае, если правая, противоположная, берет и тянет вот сюда, вот, да, шею. И у вас растягиваются, получается, вот эти вот мышцы и вот здесь мышцы, да, вы будете чувствовать, как они будут тянуть. Желательно это делать не меньше 30 секунд, одну сторону так держать в напряжении. В лучшем случае, как он говорит, да, нужно хотя бы минутку продержаться. Минутка будет как бы супер. Меньше чем 30 секунд это уже будет маловато, и ваши мышцы ничего, так скажем, не поймут и не примут. То же самое делаем с другой стороны. Эта рука сюда, это сюда. И тянем. Если вы не будете руку под попу себе подсовывать, то не будет вот этого эффекта, да? Сами возьмите и сравните, то есть с рукой и без руки под попой. Будет совсем другой эффект, то есть в принципе вообще чувствоваться ничего не будет. Дальше, у меня нету этого мяча, вот эти вот большие мячи, да, медицинские. Ложите его, этот мяч, на пол, на него ложитесь спиной, то есть вот мяч, ложитесь на него спиной, руки назад, и по нему вот так вот катаетесь на спине, да, туда-сюда. Это вы растягиваете спину, позвоночник свой. А дальше, любая растяжка для позвоночника, он говорит, всегда важна. Например, очень хорошо делать в домашних условиях. У всех есть косяки, да, вот у вас косяк, вы становитесь, сначала берете руки вот так снизу об косяк и вытягиваетесь вперед, дальше вы беретесь там повыше, например, да, и опять у вас тогда идут уже лопатки, да, когда вы поднимаете выше. И он сказал, в идеале очень хорошо, если есть возможность где-то хотя бы немножко повисеть, да, вот как вы держитесь, чтобы у вас также это все вытягивалось. И он говорит, если вы хотя бы это будете делать, то это уже будет большая польза для вашей спины, шеи и так далее. То есть простые элементарные вещи, которые не занимают времени, но они будут для вас полезны. И это, ну, сколько займет? 5 минут в день буквально, даже меньше. Ну и в этом видео я уже буду с вами прощаться. Как вы уже поняли, то это видео, то есть я заканчиваю уже, получается, у меня в четверг, потому что в среду я, так скажем, не успела закончить свой день. Я была уставшая, и как-то у меня так получилось, что я не упражнение и не, ну, как бы не сняла и не попрощалась с вами, да. Поэтому я сделаю это сегодня, но видео выйдут как бы 2 раза, так скажем. И я еще вот сижу и думаю, если я вот это видео с упражнениями, то есть вот это вот видео сейчас, выпущу его в пятницу, то видео за четверг у меня выйдет в субботу, и получится, даже если, в принципе, я себе сделаю где-то там когда-то один день выходной, то вы это, в принципе, не заметите, потому что не будет вот этого пропуска, да, как это, например, было вот. В общем, не знаю, я еще думаю, либо выпустить сегодня, короче, не знаю, еще посмотрим, как у меня это все пойдет. Но буду с вами прощаться. Спасибо огромное, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам нравится. Вы это покажете
пальчиком вверх и оставляйте комментарии, буду очень рада, задавайте еще какие-то вопросы, если они у вас есть, вас что-то интересует. Ну и всем пока-пока!